Убытки мировой экономики от хакеров достигли 600 миллиардов. Киберпреступники в 2017 году нанесли мировой экономике убытков на 600 миллиардов долларов. В 2014 году эти убытки оценивались в 445 миллиардов долларов. В 2017 году убытки мировой экономики от киберпреступлений составили около 600 миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью, и Центра стратегических и международных исследований, КСИС, пишет Prime. Киберпреступность стоит экономике около 600 миллиардов долларов, или 0,8% от глобального ВВП, что больше по сравнению с данными отчета за 2014 год, когда мировые убытки оценивались в 445 миллиардов долларов, говорится в исследовании. Банки остаются приоритетной целью киберпреступников, отмечается в релизе. По словам старшего вице-президента КСИС Джеймса Льюиса, число центров киберпреступности в мире растет, включая Бразилию, Индию и Вьетнам. В докладе рассматривалась киберпреступность в странах Северной Америки, Европы и Центральной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Южной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки. Отмечается, что в исследовании не предпринимались попытки измерить все вредоносные действия в интернете, вместо этого акцент был сделан на случай, когда преступники получали незаконный доступ к компьютеру или сети жертвы. Напомним, хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Японии CoinCheck и похитили более 500 миллионов токенов NEM, что составляет около 400 миллионов долларов. По материалам сайта newsgro.com.